Дизельное топливо в Нижнеколымском районе воровали. По фактам хищения топлива в селе Колымское возбуждено два уголовных дела. В совершении преступления подозреваются электромонтер и машинист местной электростанции. Проверка также показала, что из-за отсутствия необходимого запаса дизтоплива в целях его экономии на дизельной электростанции села Колымское начаты веерные отключения потребителей. Отключается в том числе жилой фонд, состоящий из 51 жилого дома, школы и детский сад через каждые два часа. В отношении начальника Нижнеколымского района электрических сетей «Сахаэнерго» возбуждены административные производства и внесено представление об организации доставки дополнительного топлива. По результатам их рассмотрения дознавателям ОВД по Нижнеколымскому району по факту хищения топлива возбуждены два уголовных дела в отношении электромонтера электростанции, а также машиниста электростанции. Кроме того, уголовные дела возбуждены заместителем руководителя Колымского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия по двум эпизодам преступлений, предусмотренным частью 3 статьи 160 УК Российской Федерации, в отношении старшего мастера электростанции. В настоящее время по делам проводится предварительное расследование.